Ребят, всем большой привет, добро пожаловать на канал Иринка Мисс Кик. Меня зовут Ирина, и большое спасибо, что вы заглянули ко мне на канал. Сегодня хочу с вами поделиться своими новыми приобретениями, своим новым заказом в уходе за собой. Если вам интересно узнать, что же я себе приобрела, конечно же, усаживайтесь поудобнее, берите кружечку чая, и я вам желаю приятного просмотра. Начну с того, что данный заказ я совершала в интернет-магазине belloris.ru, и мне там понравилось все. На удивление, но я осталась довольна. И да, могу сказать, что данную продукцию мне прислал интернет-магазин на обзор. И здесь будет непредвзятое отношение к тому, что мне прислали это на обзор. Я просто поделюсь с вами своим мнением. Вы знаете, то, что я достаточно требовательный покупатель, и мне очень сложно угодить, но этому интернет-магазину, не поверите, удалось мне угодить. Мне понравилось, насколько быстро была доставка, насколько вежливые менеджеры, которые оформляют заказ, и все как-то произошло очень быстро и качественно было упаковано. Конечно же, в своем инстаграм я вам показывала распаковку данного заказа, и я осталась дико довольна. Ничего нигде не протекло, и все аккуратно, бережно было сложено в коробочку. Первое, что мне захотелось попробовать с этого сайта, вы знаете, то, что я люблю уход за волосами от бренда Shiseido Tsubaki, серия Димаш Кары, где представлено масло камелия. Но, к сожалению, данный шампунь представлен только в магазине Литуаль, а мне не нравится, как обслуживают именно продавцы-консультанты данного магазина, и я отказываюсь его там покупать. Но когда я зашла на сайт belloris.ru, я обалдела. Во-первых, это ассортименты, там представлены как бюджетная косметика, так и подороже. Там представлена корейская косметика, и мне было интересно узнать, что там есть из корейцев, и когда я увидела, что там представлен бренд Миша, и когда я увидела то, что там есть шампунь с маслом камелии, как вы думаете, вы уже поняли, он у меня оказался в корзине и сегодня в руках. Этот шампунь, он идет премиум класса, и он представлен у нас с маслом камелии для поврежденных волос. Производитель обещает то, что волосы должны быть напитанными и увлажненными. Я надеюсь, что это будет действительно так, я его начну уже пользовать буквально сегодня, и мне очень нравится этот аромат. Я могу сказать, что да, действительно очень приятный и нежный аромат цветков камелии. Кто пробовал марку Димаш Кары от Shiseido, вы меня сейчас понимаете, о каком аромате я вам говорю. Если нет, то вы достойны попробовать данную марку, либо же попробовать данный шампунь. Но как работать будет этот шампунь, конечно, я вам расскажу чуть позже. И вот здесь объем идет аж 500 мл, должно хватить надолго, и посмотрим, как он будет дальше. Первое впечатление, либо уход за волосами, я вам сниму отдельно, либо в своем инстаграм вам расскажу. И не забывайте подписываться на мой инстаграм, чтобы не пропустить даже элементарно какие-то распаковки, какие-то новинки в моем уходе. Еще что я купила себе на этом сайте, я заказала себе маску для волос от бренда Florissant, и подкупила она меня только тем, что это горячая маска компресс, она у нас идет для стимуляции роста волос, а в 2017 году случилось то, что, к сожалению, большая часть моих волос, мне кажется, она меня покинула, в связи с тем, что, как вы знаете, у меня было медикаментозное лечение антибиотиками, и реакция организма моего была такая, то что я потеряла волос какую-то часть, и сейчас пытаюсь восстановить недостающие волосяные волоски всеми возможными способами. Ну так вот, когда я увидела то, что вот эта марка Florissant тоже представлена на этом сайте belloris.ru, я могу сказать то, что я обалдела. Во-первых, то, что это достаточно очень бюджетная марка, во-вторых, то, что здесь действительно, я ей уже пару раз воспользовалась, она очень сильно пахнет крапивой, она такого, знаете, крем цвета, достаточно жидкая, пахнет, еще раз говорю, крапивой. Ее нужно наносить на влажные грязные волосы перед мытьем на 20 минут, и я вот лично почувствовала действительно небольшой такой, знаете, вот разогревающий эффект. Но минус этой маски заключается в том, что запах на волосах, каким бы вы шампунем потом не пользовались, будет присутствовать именно аромат крапивы. Это единственный ее минус. Перхоть и зуда чего-то плохого она у меня еще не вызвала, но, конечно же, чуть подальше, когда я ее уже смогу распробовать, я вам смогу рассказать. Еще раз говорю, если вам интересно, чтобы я сняла именно уход за своими волосами, то, чем я пользуюсь, конечно же, дайте знать в комментариях, чтобы я знала, что же вы хотите видеть у меня на канале, интересно ли вам будет узнать, чем я пользуюсь сейчас за волосами. Ну так вот, вот это идет у нас маска, помимо того, что она идет горячая маска компресс,
с экстрактом крапивы и шишек хмеля. Здесь присутствует, конечно же, перец красный, который разогревает, и присутствует в мультивитаминный комплекс. И как производитель нам обещает, данная маска, она должна просто разбудить все спящие луковицы и напитать их уже всеми питательными веществами, чтобы волосок у нас вырос. Ну, посмотрим, что будет дальше, и, конечно же, вам уже потом все расскажу. И следующее, что я не могла пройти мимо, мне очень давно хотелось попробовать масла в уходе за телом, прям очень. И я увидела то, что на этом сайте представлена еще одна марка, которая мне в свое время понравилась. Это Эколаб. Там представлено очень много, там есть система скидок, и вот эти вот, по-моему, масла для тела, они тоже были со скидками, там очень интересная, кстати, система скидок идет. И это пенящееся масло для тела идет направлено на увлажнение, здесь экстракт камелии и масло манго. Знаете, здесь такой интересный аромат, он переплетается именно с ароматом камелии и чем-то таким фруктовым. Конечно же, я, когда им воспользуюсь, я вам уже, безусловно, об этом расскажу, понравился он мне или нет, но выглядит он, честно, не как масло, а как обычный просто крем-гель для душа, но это я уже вам попозже расскажу, какой он действительно есть по действиям. Здесь, конечно же, очень приятно производитель написал то, что здесь нет ни СЛС, ни парабенов, будем на это надеяться, и надеюсь, то, что он мне понравится. И крайний продукт, который я заказала себе, это было пенящееся масло расслабление, и здесь органическое масло какао, экстракт ванили. Нравится мне аромат и какао, и ванили, вообще сладкоежка, и мне очень сильно захотелось попробовать данное масло для тела. Боже, знаете, оно пахнет чем-то, мне напоминает даже крем-гель для душа от бренда Ifrashe. Вы знаете, как я очень сильно люблю тоже эту марку, и мне чем-то напоминает вот этот аромат крем-гели от Ifrashe, по-моему, тоже с ароматом какао. Ну, не знаю, попробую, конечно же, вам об этом чуть позже расскажу. Но все, вот это все, что у меня появилось с этого сайта, конечно же, чуть позже я вам расскажу, понравилось мне или нет в пустых баночках, или, может быть, сниму отдельно уход. Пишите, конечно, в комментариях, как вы хотите увидеть в уходе или в пустых баночках. Буду, конечно же, уже отталкиваться от вашего мнения. Не забывайте подписываться на мой канал, если вы зашли ко мне впервые, вам было со мной интересно. Не забывайте поддержать меня пальчиком вверх, мне это будет тоже дико приятно. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новое видео. Если вы подписаны, но вам по какой-то причине не приходит уведомление, кликайте на колокольчик, и вы всегда будете в курсе событий того, что происходит на моем канале. Также подписывайтесь на мой инстаграм, я буду рада вас там видеть, и на мою группу ВКонтакте. Всех люблю, целую, берегите себя и своих близких. Я желаю вам хороших и выгодных покупок. С вами была ваша Ирина, а мы с вами увидимся в скором будущем новом видео. Всем пока-пока!